Здравствуйте. Нужно скорее показать бросоволу, а то опять отцветет. Она уже довольно давно цветет, и я все время хочу сделать обзор, но то одно, то другое. Эта бросовола у меня довольно-таки давно. Она пришла, как я теперь понимаю, просто сеянцем. Покупала я ее в Голландии у Деби. Растение довольно-таки недешевое, если учитывать, что она была сеянцем и зацвела вот почти через 3 года. Но более 2,5 лет она у меня росла, росла, росла. Сделала попытку зацвести и летом, но наступила страшная жара, и чехольчик засох. Но стоило ждать, посмотрите. Я выпишу ее название, потому что здесь немножко написано неправильно. Оп. И фокусировать не хочет. Я поливала здесь. Исток журчит. У нас еще очень тепло, приходится поливать ежедневно. Ну вот, что поделаешь. Цветочки очень крупные, не сказать огромные. Очень красивые, великолепной формы. Насчет запаха ничего не могу сказать. Я никак не могу его уловить, то ли ночью пахнет, то ли рано утром, не знаю, никак. Но красоты просто неописуемой. Растет она у меня в таком вот пробковом горшке. Там кора, немного мха. Ну и здесь я когда-то затыкала волокном. Корни все повытаскивали, выбросили, вытолкнули, вот слово нашла. Поливалась летом ежедневно, зимой она висит у меня на балконе на закрытом, температуры здесь довольно низкие. Зимой полив практически не осуществляется, изредка опрыскивание, прямое солнце, утреннее. Удобрение, как и все мои орхидеи, удобряю. То есть я удобряю свои орхидеи через полив. Но зимой, разумеется, у меня просто опрыскивание и крайне редко те орхидеи, которые живут на балконе. Вот такая вот красавица была. Если я что-то забыла про нее рассказать, пишите. Спасибо.